Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я приветствую вас на канале «Мир детских увлечений». Сегодня мы с вами сделаем мягкую тетрадку с кавайными зайцами. Напоминаю, что на моем канале в каждом новом видео проводятся розыгрыши. Сейчас продолжается розыгрыш подставки под мобильный телефон. Я приглашаю всех в нем участвовать. А в конце этого видео я разыграю эту кавайную тетрадку. Предлагаю подписываться на мой канал и группу ВКонтакте, чтобы вы первыми могли видеть все обновления. А для изготовления мягкой тетради в стиле кавай мне понадобится тетрадка, ножницы, линейка, черная гелевая ручка, кисточка для клея, желтые, розовые и голубые хозяйственные салфетки, ватные диски и клей ПВА. Лекала милых кроликов вы можете скопировать в моей группе ВК. Сначала я переношу размеры тетради на голубую салфетку и вырезаю нужную форму. Теперь я приклеиваю салфетку к обложке тетради. Закругляю уголки и обрезаю лишнее. На ватном диске я рисую кролика. Вырезаю его. Обвожу контуры черной гелевой ручкой. Таким образом я вырезала 5 кроликов, сердечки, звездочки и цветочки. Теперь я приклеиваю все детали на мягкую основу. Для прочного закрепления кладу на тетрадь толстую книгу, оставляя ее на 10 минут. Вот такая замечательная кавайная тетрадка у меня получилась. Вы сможете сделать такую же самостоятельно, но один из вас сможет получить ее от меня в подарок. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях к нему о своем желании получить мягкую тетрадку с кавайными зайками в подарок. Через неделю я опубликую результаты розыгрыша в описании к этому видео. Обязательное условие – в вашем профиле должен быть указан адрес электронной почты для связи с вами. Если вам понравился этот мастер-класс, предлагаю ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал и группу в ВК. Так вы сможете первыми видеть все обновления. Также приглашаю вас посмотреть и другие мои видео.